Здравствуйте, на государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. 20 беженцев были пойманы на корабле в озере Ван. 29 лет со дня бойни в Мараге. Еще одно доказательство участия террористов в Варшавской войне. Голодные боевики провели акцию протеста. Комитет Палаты представителей США собирает подписи после призыва Байдена признать геноцид против армян. Путин и Эрдоган обсудили урегулирование Арцахского конфликта. На горе Арарат обнаружен новый вид бабочек. Поддержка государственного телевидения Западной Армении. Согласно заявлению губернатора, патруль общественного порядка в селе Эль-Кенли, недалеко от прибрежной провинции Ван Западной Армении, заметил подозрительный корабль в озере. На корабле были обнаружены 17 афганских, 1 пакистанский и 2 бангладешских мигрантов, въехавших в страну нелегально. Иммигранты были оштрафованы на 94 920 лир за нарушение международного закона о защите иностранцев. После прохождения процедуры мигранты будут переданы в иммиграционный департамент провинции Багеш. 10 апреля 1992 года подразделения Министерства обороны Азербайджана, внутренних войск и отрядов милиции особого назначения ОМОН совершили нападение на армянскую деревню Марага Мартакерского района Арцаха, устроив там настоящую бойню. Жители села вспоминают, что около 6 часов утра начался усиленный артиллерийский обстрел. Силам самообороны удалось отбить две первые атаки, однако к полудню при поддержке бронетехники азербайджанские войска ворвались в село. Азербайджанские боевики пробыли в селе всего несколько часов, но успели за это время почти полностью разгромить, разрушить и сжечь одно из самых крупных арцахских сел с населением почти в 5000 человек. Большинству сельчан удалось сбежать. Из тех 118, кто не успел или не смог покинуть Марагу, порядка 50 были убиты с особой жестокостью. Еще 49 мирных жителей было взято в плен. Часть заложников впоследствии вернули, многих в искалеченном физически и морально состоянии. Судьба 19 человек до сих пор остается неизвестной. К полуночи армянским подразделениям удалось освободить Марагу. Взору вошедших в село открылась ужасная картина. Марага была фактически потоплена в крови. Люди собрали останки тел своих родственников, соседей и односельчан и похоронили их. Боевики протурецкой террористической группировки Сулейман Шах, участвовавшие в войне против Арцаха и в Азербайджане, провели акцию протеста в Африне, требуя выплаты зарплаты, которую они получали уже несколько месяцев. Как сообщает Армен Пресс со ссылкой на ANF News, они обвиняют своего командира Абу Хамша, который, по мнению боевиков, присвоил деньги, полученные от турецких спонсоров. Наемники поделились видео протеста в телеграм-канале. «Мы отправились на Горный Карабах вместе с турецким государством. У нас есть мученики. Бригадный генерал Абу Амшан забрал наши деньги и деньги семей мучеников. У нас нет денег даже на еду. Мы этого не принимаем», — сказал один из наемников. Благодаря действиям Армянского национального комитета Америки, Армянский комитет Палаты представителей США инициировал двухпартийную петицию с призывом к президенту США Джо Байдену признать геноцид против армян в своем послании от 24 апреля. Как сообщили Армен Пресс в центральном офисе iData, инициатором сбора подписей выступили известные конгрессмены, большие друзья нашего народа Адам Шиф, Гус Белиракис, Франк Палоне, Давид Валдао и Джеки Спайер. Примечательно, что в прошлом месяце двухпартийная петиция с таким же требованием была инициирована в Сенате США по инициативе Роберта Менендеса, председателя Комитета по международным отношениям, к которому присоединились 38 сенаторов. Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Армен Пресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в ходе встречи была затронута проблематика урегулирования в Арцахе. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации ситуации, непрерывное выполнение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Владимир Путин проинформировал президента Турции об итогах недавних контактов с руководителями Армении и Азербайджана. Обе стороны согласились с необходимостью активизировать восстановление транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе, говорится в заявлении Кремля. Новый вид бабочек был обнаружен в результате исследований на горе Арарат в Западной Армении. В рамках проекта, поддерживаемого отделом научно-исследовательских работ Игдырского университета, было проведено исследование по определению видов бабочек в районе Игдыра и открытию новых видов. В ходе почти трехлетнего исследования был обнаружен новый вид бабочек, никогда ранее не встречавшийся в мире. Команда проекта зарегистрировала недавно обнаруженную бабочку и назвала ее Ancylosis igdyrensis. Ранее в ходе проекта в Западной Армении было обнаружено 12 новых незарегистрированных видов бабочек. Дорогие соотечественники, государственное телевидение Западной Армении – это голос армян всего мира. Это телекомпания, миссия которой – познакомить мир с Западной Арменией, повседневной жизнью, культурой и тысячелетней историей ее коренного народа – армян. Каждый из нас является свидетелем того, как две соседние страны – Азербайджан и Турция – нагло хотят сфальсифицировать историю, присвоить нашу культуру и, если возможно, уничтожить огромное материальное наследие, оставленное нашими предками. Наша телекомпания находится в авангарде сохранения духовного и материального наследия армян.
сотрудничая с армянскими международными организациями. Как бы наши враги не хотели уничтожить наши ценности, нашу культуру, нашу историю, им это не удастся. Наша борьба справедливая, поскольку мы боремся за свою родину, свою идентичность. В этой борьбе нам нужна помощь и поддержка каждого из вас. Вместе мы можем сделать большее. А далее для вас ансамбль Акунг, Лорик Джан. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.